Благотворительная акция на проспекте Шевченко в Одессе. Бесплатные продукты для пенсионеров. Возле одного из магазинов каждый нуждающийся может получить полбуханки белого хлеба, килограмм пшеничной крупы и пачку макарон. А тех, у кого есть такая возможность, организаторы акции просят присоединиться к доброму делу и помочь. Больше об этом расскажет моя коллега Яна Нестеренко. Возле магазина на проспекте Шевченко, угол Довженко, абсолютно каждый пенсионер может бесплатно взять хлеб, крупу и макароны. Такая полка с продуктами стоит уже неделю. Акцию организовал хозяин магазина. Каждый день он вместе со своими сотрудниками покупает еды на сумму примерно 200 гривен. Все берут в крупном супермаркете, а также принимают продукты от неравнодушных одесситов. Бывает, люди оставляют просто деньги. Два человека уже вот за эту неделю они подошли, оставили деньги. И была девушка, она принесла 3 полулитровых бутылки масла, крупу, макароны, причем не дешевые, чумак. К обеду полка уже пустая, но если есть возможность, запасы снова пополняют. Есть макароны, крупа пшеничная, есть булочки, белый хлеб. Это всегда. Это всегда, это каждодневное. Если хороший выторг в магазине, берем еще черный хлеб. Местным бабушкам акция по душе, ведь сегодня им очень сложно прожить всего на одну пенсию. Правда, некоторые немного стесняются брать продукты. Конечно, для пенсионеров хорошо, что же. Вот я взяла 2 булочки, нам хватит на сегодня. Нам пенсионеров очень подходит, потому что при пенсии 1200 гривен далеко не уедешь. Это нужная акция для людей, кто нуждается. У меня пенсия 1399. И у меня сестра больная лежит. Вся ее пенсия уходит на лекарства. А мы на одну пенсию с ней живем. Спасибо людям, что создали такую акцию. И это помощь все-таки. Я знаю вот еще старушку одна, и еще женщина пожилая. Она совсем хуже, чем я, еще живет. Ну, я ничего не жалуюсь, не буду жаловаться, нельзя жаловаться. Вот. И она тоже берет, раз в 3 дня, говорит, это берет. Очень рада, очень довольна. Я уже сегодня была в 9 или 10, что ли. Спасибо. К такой благотворительной акции может присоединиться каждый желающий. Так, полка возле магазина на проспекте Шевченко 8/13 ждет ваших продуктов. Даже любая полезная мелочь будет кстати. Яна Нестеренко, Алексей Барановский, 7 канал.